Всем привет, ребята! Скоро Новый год, и я буду делать снеговика. Для этого нам понадобится пенопластовые шарики, зубочистки, глаза разных размеров. Нам понадобится одного размера. И клеевой пистолет. Давайте приступим. Для этого снеговика нам понадобится только... три разных размера шарик. Это средний, два средних и один большой. Потому что, когда я его делала, маленький шарик не подходил. Сначала срезаем от большого шарика низ. Чистку. И переживаем. Дальше приклеиваем глаза вот такого размера. Не маленькие и не большие. Пистолета можно использовать любой другой клей, кроме карандаша. Теперь мы должны нарисовать улыбку, либо сделать из бумаги. Теперь мы делаем колпак для нашего снеговика. Так. Вот такой у меня снеговик получился. Сейчас мы будем делать ему руку. Для этого нам понадобятся зубочистки. Теперь берем обычную вату. Делаем из нее кружочек и прикладываем сюда. Это получится помпон.
какой снеговик у меня получился. Этого снеговика может сделать каждый человек. Всем пока!